Всем привет! Сегодня готовлю очень быстрые пышки на сметане. И очень актуально, когда в холодильнике осталось немного сметаны. Я ее кладу в миску, гашу соду с уксусом и добавляю в сметану. Начнется реакция, сметана увеличится в объеме. Разбиваю одно яйцо, можно добавить два яйца, это все в зависимости от того, сколько вы хотите пышек. Далее я добавляю немного соли, сахара и хорошо перемешиваю. Постепенно я подсыпаю муку, мука у всех разная и с разным количеством клейковины. Тесто у вас должно получиться максимально мягкое, не забитое мукой, иначе пышки у вас просто не поднимутся. Если тесто липнет к рукам, не пугайтесь, это так и нужно. Всегда даю тесту отдохнуть буквально 10-15 минут. Очень аккуратно раскатываем тесто, если прям тесто сильно липнет, то немного присыпьте мукой, как я. Нарезаем тесто по своему вкусу, это могут быть квадратики, ромбики или какие-нибудь фигурки. У меня все максимально просто. Жарю на растительном масле с каждой стороны. Они жарятся очень быстро, поэтому не забывайте следить за процессом. Готовые пышки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Посмотрите процесс, если вы все сделали правильно, то пышки вот так вот будут увеличиваться на сковороде. И вот такие вот быстрые пышки готовы. Получаются очень мягкие, вкусные, прожаренные. Я советую вам приготовить и попробовать. У меня их получилось ровно 9 штук. Я думаю, что к чаю это будет достаточно. Если вы хотите больше и у вас семья побольше, то, соответственно, увеличьте просто ингредиенты. А если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всем приятного аппетита!